Всем привет! Хочу сегодня показать вам вот такой небольшой коротенький обзорчик. Сейчас приезжал директор школы, привез два пакета нам с продуктами. А так как я мама многодетная, одинокая, у меня двое детей учатся, вот нам школа оказала вот такую помощь. Значит, две пачечки макарон по 900 грамм, две бутылочки масла растительного, а также две бутылочки сгущенки тоже по 900 грамм. Оп. Так, еще две коробочки сахара. Написано, что хороший сахар, быстро растворимый. Вот, значит, две баночки вот такой богатырской тушенки. Я, если честно, еще даже не рассматривала, что здесь написано. Но вот написано вроде бы говядина тушеная. Не знаю, не пробовала, но теперь попробуем. Вот такую помощь нам оказала школа. Спасибо огромное, конечно. Не ожидали. Очень рады. Так что вот так нас поддерживает наша школа. А вам даются такие, не знаю, там, сухпайки, как это помощь многодетным? Так, ну и все, на этом я закончу. Всем пока-пока.